Первое, конечно, я хотел бы поздравить всех с победой нашего кандидата, кандидата от КПРФ на выборах в Хакасии, в Республике Хакасия. Я напомню, что наш кандидат Валентин Коновалов стал главой республики и в ближайшее время начнет формировать команду. В ближайшее время начнутся, естественно, те процессы, те явления, о которых мы говорили на предвыборном этапе. Хотим поблагодарить всем, кто болел, всех, кто поддерживал нашего кандидата. Еще раз обратить внимание всех журналистов на то, что политический ландшафт, политическая обстановка в стране меняется. Меняется она вполне законными способами, в данном случае путем выборов. Началось все на Дальнем Востоке. Мы думаем, те четыре мятежных региона, как их порой называют сегодня в федеральных СМИ, это только начало того процесса, процесс обновления политической системы, процесс обновления страны, который крайне необходим сегодня России. Что касается повестки дня сегодняшнего заседания, сегодня будет рассмотрено порядка 50 законопроектов. Будут внесены поправки в действующий бюджет действующего года, 2018 года. Об этом поподробнее расскажет Валентин Сергеевич. Также, как, собственно, и о других законах, связанных непосредственно с бюджетом и с бюджетным процессом. Кроме того, сегодня будет рассмотрено еще ряд законопроектов. В частности, будет попытка в очередной раз сгладить последствия вот этой самой пенсионной реформы. Будут внесены изменения в Гражданский кодекс, которым сохраняется право за предпенсионерами, так называемыми, на получение обязательной доли наследования. При этом возникает достаточно интересный парадокс. С одной стороны, Гражданский кодекс говорит о защите нетрудоспособных граждан, и к их числу относились именно пенсионеры, достигшие возраста для назначения страховой пенсии по старости необходимого. В настоящее время этот порог будет снижен для женщин до 55 лет, для мужчин до 60 лет. И, собственно, само понятие нетрудоспособный, поэтому в Гражданском кодексе приобретает двойное значение. В соответствии с определением Пленума Верховного Суда, с разъяснениями Пленума Верховного Суда, нетрудоспособные являются граждане, достигшие возраста, необходимого для назначения страховой пенсии по старости. С другой стороны, этими поправками сегодня эта планка опускается вниз, и, по сути, трудоспособные граждане в соответствии с законом о пенсиях приобретают право вот на свою обязательную долю в наследстве. Ну, таких моментов уже много. Мы уже говорили про то, что, по сути, пенсионная реформа своих целей не достигла. И в бюджете пенсионного фонда на ближайшую трехлетку мы не наблюдаем роста, относительного роста пенсий по отношению к средней заработной плате. То, о чем говорилось долго. И, собственно, та, скажем так, реализация концепции или конвенции Международной организации труда, которая требует назначения средней пенсии в стране, которая ее ратифицировала, в размере не менее 40% от средней заработной платы, в Российской Федерации в ближайшие 3 года реализована не будет. Точно так же, как она не будет реализована и в ближайшие 8 лет, исходя из тех поступлений в пенсионный фонд, которые на сегодня планируются. То есть планка 33,4-33,6% от средней заработной платы, она так и будет сохраняться практически до 2024 года. Ни о каком увеличении пенсии по отношению к средней заработной плате речь не идет. Более того, реальное увеличение пенсии на фоне вот этой проведенной реформы составит от силы 2,3% в лучшие годы и фактически затухнет к 2021-2023 годам. Весь эффект от пенсионной реформы фактически сведется к нулю, не достигнув планки необходимой в соответствии с рекомендациями Международной организации труда, ну и, собственно, реально не увеличив никаких доходов пенсионеров. Однозначный вывод комиссии всех экспертов о том, что увеличивать пенсию возможно только путем увеличения средней заработной платы, при том механизме, который сформировался сегодня в Российской Федерации, он на сегодня подтверждается, я думаю, будет подтвержден точно так же в ближайшие годы. Эффекта от пенсионной реформы нет, кроме отрицательного, абсолютно отрицательного, и мы думаем, результаты выборов, в том числе, которые прошли на Дальнем Востоке, которые прошли в Сибири, которые пройдут на следующий год, результаты этих выборов во многом будут зависеть от этого абсолютно непопулярного, ненужного, неэффективного шага, который был предпринят правительством Российской Федерации и не принес ничего, кроме раскола в обществе, еще раз говорю, и нестабильности политической системы. Сегодня достаточно сложный день для парламентского заседания, потому что рассматривается в первом чтении изменения и дополнения бюджета федерального на 2018 год, а дальше пойдут вот те самые налоговые законы,
который вы уже привыкли называть налог на самозанятых, а также и другие поправки бюджетные и налоговые кодексы, которые необходимы для того, чтобы принять бюджет трехлетки на 2019 и последующие годы. Завтра пленарное заседание будет рассматривать как раз вот трехлетку федерального бюджета и всех небюджетных фондов Российской Федерации. Ну, позиция КПРФ, она такова, что мы эти законы о самозанятых и об изменениях бюджета федерального на 2018 год поддерживать не будем, потому что все это идет в соответствии с тем самым экономическим курсом, экономической политикой, которую проводит правящая власть. Наша альтернативная точка зрения состоит в том, что налоговые доходы, которые получены за счет высокой цены на нефть, должны быть немедленно направлено на инвестиционное покрытие всех расходов, которые есть и потребности в стране есть, безусловно, имея какой-то запас. Мы говорим, что налог на самозанятых, он сегодня не может быть принят, потому что мы не создали условий для того, чтобы любой гражданин нашей страны мог бы спокойно быть занятым, то есть иметь гарантированное рабочее место, чтобы молодежь наша имела гарантированное рабочее место. А когда никаких таких гарантий нет, то самозанятые – это та самая категория людей, которые у государства ничего не берет, ничего не просит. Они живут сами по себе, государство им ни в чем не помогает. Ну а при этом государство еще говорит, вы должны платить своих доходов налоги. Безусловно, принцип добровольности в налоге самозанятых, он остается. Более того, вчера на комитете приняли такую поправку, что 1 миллиард рублей будет направляться на пропаганду, агитацию, пользу налога самозанятых. Ну и в конечном итоге сегодня добровольно, мне представляется, реально никто туда не пойдет регистрироваться, потому что как только пройдет регистрацию, начинается ответственность. Хотя последняя поправка, которая была тоже в комитете принята, говорит о том, что штрафы, о которых очень много писалось и говорилось, в общем-то, есть такая действительно угроза, эти штрафы в течение одного календарного года после регистрации, они не будут применяться. Налоговый вычет 10 тысяч рублей, в общем-то, с доходов он остается. То есть, даже если пройдете регистрацию, пока, в общем-то, ваши налоги в общей сумме не превысят 10 тысяч рублей, платить не надо будет. Но, тем не менее, при всех этих подходах мы считаем, что постановка на учет потом заставит в конечном итоге платить те самые большие налоги, которые сегодня население не способно платить. И самое главное, еще раз повторяю о том, что принцип самозанятых, государство им ничего не дает, а, соответственно, государство с них что-то просит. Если говорить о федеральном бюджете, то, знаете, радостная сторона этого дела. Мы в этом году получим 4 триллиона рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Но плохая сторона. Из этих денег всего 280 миллиардов рублей будет направляться на поправки, то есть увеличивать расходную часть бюджета. В основном это, в общем-то, где-то 6-7% от тех самых доходов, которые нефтегазовые мы получим в этом году. Остальные, более 90% доходов, опять будут направляться в Фонд национального благосостояния, который размещается в ценных бумагах и валюте зарубежных стран. И в конечном итоге получается, что сегодня правительство искусственно из оборота нашей страны вытаскивает эти финансовые средства, которые могли бы быть направлены на развитие промышленности, сельского хозяйства, в целом экономики страны, поддержать социальную сторону вопросов, социальной политики. Фракция КПРФ все время ставит вопрос, уже 5 раз мы законопроекты рассматривали, о детях войны. Общие расходы порядка 120-140 миллиардов рублей всего-навсего. Но, к сожалению, на них деньги не находятся. Не находятся средства на один бесплатный стакан молока, о котором Геннадий Андреевич говорил в ходе последних выступлений при рассмотрении бюджетных вопросов
последние, может быть, и 3-4 года. Мы будем продолжать настаивать. Есть у нас своя экономическая программа, которая говорит о том, что мы должны выйти на темпы экономического развития не меньше мировых, а мировое сегодня развитие порядка 3-3,5%. К сожалению, даже поправки в бюджет 2018 года обеспечат только 1,8% прироста, который отдаляет все цели, которые поставлены в указе президента. Поэтому в этом случае фракция КПРФ, безусловно, поддерживать такие предложения не может.